Привет, друзья и зрители нашего канала «Мир особенно для Шули». Как и обещала, папа купил нам ингредиенты для мороженого, я буду ей делать. Доча, будем делать тебе мороженое? Да. Посмотрим? Да. Для этого нам понадобятся сливки 33%, сгущенная банка, это основная часть мороженого. А остальное это вкусы банановый, малиновое варенье и шоколадное. И сейчас увидим, как это будет все происходить. Взбиваем сливки холодные. Группу с той массой. Так, вот мы взбили сливки. И сюда мы добавляем в 0,5 сливок, мы добавляем где-то 250 миллилитров сгущенного молока. Здесь у нас 380, значит чуть больше половины. Так, еще чуть-чуть. Вот так вот. И дальше это все взбиваем. Здесь вот разминаю бананчик и сюда сейчас добавлю нашу смесь. Все это собью и буду. Это будет банановое мороженое. Вот, взбиваем это банан из наших сливки. Ставлю палочку и в морозилку на 2-3 часа. Дальше буду смотреть. Ну вот, у нас получается из 0,5 миллилитров сливок получился стакан бананового, стакан шоколадного, стакан малинового и небольшой просто пломбир. Все это ставим в морозилку и будем пробовать. Вот получились вот такие стаканчики мороженого у нас. Дашуля, ты будешь мороженое? Иди сюда. Будем пробовать с тобой мороженое? Будем? Сейчас я ей по чуть-чуть нарежу и будем пробовать. Что, доча, будем пробовать мороженое? Да. Какое тебе больше нравится? Ну-ка, покажи. Какое? Пальчиком показывай, какой будем пробовать? Вот это? Мам! Мам! Вот такая текстура мороженого. Вот такой же! Мам! Какой теперь будем пробовать? Покажи пальчиком. Это было красненькое, да? Коричненькое? Холодненькое оно? Мам! Сама, мам. Сама, давай. Спасибо, мама. Ты хоть пробуешь или сразу глотаешь? Сама, мама. С банановым вкусом теперь, да? Мам. Вот, смотрите, какое оно. Прям вот мороженое-мороженое. Мам. Натуральное. Холодное? Да. А ты его глотаешь, по ходу дела, не тает во рту. А теперь пломбир. Чистый пломбир, без ничего. Чистый пломбир. Мам,
Вот такой 7 миллилитров. Какое тебе больше всего понравилось? Мама. Какое, скажи? Красное, банановое, коричневое или пломбир? Какое? Мама. Какое тебе больше понравилось? Вот такой. Вот этот? Да. Обычный пломбир самый вкусный. Купили вот такие. Скажи, вкусно? Скажи, вкусно? И покажи класс.